Волейбол Воденцова – это не просто спорт. Это большая семья, в которой есть место и ветеранам, и молодежи. Свою историю волейбольной команды Подмосковья ведут с 80-х годов прошлого столетия. А 15 лет назад им в помощь был создан волейбольный центр Московской области, у истоков которого стоял знаменитый спортсмен и тренер Юрий Чесноков, рулевые одинцовских команд Сергей Цветнов и Павел Матиенко. Цель – популяризация и продвижение волейбола. Поддержка команд, создание системы воспитания собственных спортсменов, а это база, тренеры, финансовая составляющая. Мы все понимаем, что волейбольный центр стал той объединяющей силой, которая вывела развитие нашего вида спорта на качественный новый уровень. От себя лично желаю всем присутствующим крепкого здоровья, бодрости духа и новых спортивных совместных побед. Всегда с интересом наблюдаем за вами, болеем. Поддерживаем вас и будем делать все, чтобы эта поддержка росла. Волейбольный центр Московской области объединяет не только молодежные и взрослые команды, спортивные школы, но и пляжный волейбол. В этом году подмосковные пляжники Анастасия Барсук, Мария Прокопьева и Илья Лихолетов выиграли Кубок России. Его торжественно вручили на дне рождения центра. Правда, сделали дубликаты, чтобы у каждого из спортсменов был свой спортивный трофей. Спортсмены не то что обижаются, но как-то расстраиваются, что кубок один на двоих дают. А где его хранить, непонятно. Мы решили кубок продублировать с разрешения федерации, поэтому получаем второй кубок практически, чтобы у каждого он был по награде. Спасибо большое. Праздничный день знаками отличия Министерства спорта Московской области были отмечены волейболисты и тренеры. Отдельная благодарность сотрудникам и ветеранам спорта, которые продолжают работать на благо подмосковного волейбола. Среди них бессменный ведущий матчей Юрий Соколов, а также Валерий Панченко, Вячеслав Секретарев, Сергей Гранкин, Александр Смирнов, Михаил Бикетов. И, безусловно, тренеры Сергей Алексеев, Петр Кобрин и Вадим Панков. Мы работаем уже несколько лет. Вместе с вами вам 15 лет, а федерации 10 лет. Хотя федерации немножко побольше, но на самом деле приятно работать с такими людьми, как вы. Сюрпризом вечера стали поздравления от бывших игроков команд «Искра» и «Заречья» Одинцова. Привет от Тараса Ахтея, благодарность за сотрудничество и теплый прием от Любови Соколовой. Хочу пожелать волейбольному центру и команде «Заречья» Одинцова финансового благополучия, громких побед и полных трибун. Привет вам из Казани. Хотим поздравить вас с 15-летием, пожелать вам здоровья и успехов. Выражаем благодарность за годы совместной работы. Мы рады, что мы были с вами одним целым, и всего вам самого-самого наилучшего. Поздравил волейболистов и генеральный директор спортивно-зрелищного комплекса Евгений Серегин. Поблагодарил за работу коллег заслуженный тренер России Вадим Панков. Праздник завершился дружественным чаепитием, а волейболистки «Заречья» продолжили вечер в МХТ имени Чехова, посетив знаменитую крейцеровую «Сонату» с Михаилом Пореченковым в главной роли. Такая она, наша волейбольная интеллигенция. Мария Подъепольская, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».